Устройства типа УСН предназначены для нижнего слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн. Устройство в базовой комплектации представляет собой шарнирный трубопровод с опорным патрубком и присоединительной головкой. Двухрядные шарниры обеспечивают свободное вращение устройства без перекосов и заеданий при длительной эксплуатации. Фланцевое соединение шарнира позволяет производить замену рабочей манжеты без особых усилий. Сам шарнир при этом не требует разборки. Устройство отбалансировано пружинным компенсатором. Это облегчает соединение головки к сливному прибору вагона цистерны. Захваты поворачиваются относительно присоединительной головки, что позволяет установить их в любом удобном месте на сливном приборе цистерны. Шарнирное исполнение захватов и специальная форма уплотнения присоединительной головки обеспечивают надежное герметичное присоединение к сливному прибору цистерны, в том числе перекошенному. Затяжка захватов осуществляется при помощи одной рукоятки, что значительно ускоряет процесс подготовки устройства к сливу. После открытия донного клапана цистерны начинается слив продукта. Процесс слива заканчивается, головка устройства отсоединяется от сливного прибора, устройство заводится в гаражное положение и фиксируется на специальной стойке. Устройство ОСН изготавливается диаметром условного прохода 150, 175 и 200 мм с зоной действия 4 и 6 метров. Все устройства выпускаются в различных модификациях. Для предотвращения налипания вязкого продукта на стенки труб и ускорения процесса слива используется паровая рубашка. В качестве разогревающего продукта используется пар или другой разрешенный продукт по согласованию с заказчиком. Для подогрева шарнирных труб устройства также возможно использовать систему электрообогрева, которая представляет собой греющую ленту, навитую на секции устройства, укрытую теплоизоляцией и защитным кожухом из оцинкованного листа. Система автоматически ограничивает температуру нагревательного элемента и не требует дополнительных терморегуляторов. Для предварительного разогрева и размыва застывшего внутри цистерны продукта используются устройства, оборудованные гидромонитором. Устройство присоединяется к сливному прибору цистерны. Затяжка захватов осуществляется при помощи одной рукоятки, что значительно ускоряет процесс подготовки устройства к сливу. Через внутренний трубопровод в цистерну под давлением подается разогретый продукт, аналогичный сливаемому. Под давлением продукта гидромонитор поднимается и заходит в цистерну. Сопловая головка гидромонитора поворачивается на 360 градусов внутри цистерны специальной рукояткой, что позволяет более интенсивно перемешивать и разогревать вязкий продукт в цистерне до жидкого состояния. Гидромонитором могут оборудоваться любые устройства УСН, в том числе с парообогревом или электрообогревом.